Всех приветствую! В этом ролике я расскажу, кто захочет подключить общий вентилятор на ванну или в туалет. Итак, варианты, соответственно, подключения к лампочке, он подключается общее. Был ролик лет 7 назад на ютубе, человек рассказывал об одном подключении, но большинство зрителей так и его не поняли, как его подключать. Итак, основная проблема такого подключения, то есть к лампам, как видите, ванна, туалет, подключается у нас вентилятор параллельно, то есть при включении левой клавиши, допустим, у нас включается вентилятор, и в соседней комнате загорается лампочка. То есть обе лампочки загораются и включается общий вентилятор. В общем, это, соответственно, некоторых не устраивает, и, соответственно, приходится городить какие-то схемы. Итак, тот автор предложил применить реле на 220 вольт, RP21. Но автор, он, к сожалению, подробную схему так и не указал, поскольку непонятно будет, как это именно подключать. Ну вот, сегодня я решил подумать и исправить эту схему. Так, вот такая вот схема. Итак, параллельно одной из ламп включается реле, рассчитано на напряжение якоря, то есть обмотки на 220 вольт переменного напряжения. Соответственно, дальше вот эти вот его одна группа, состоящая из общего и нормально замкнутого и нормальный разлом контакта. Вот. И что это происходит? Как работает схема? При включении, допустим, у нас левого выключателя лампа загорается через нормально замкнутый контакт, поскольку у нас здесь выключено. У нас включается вентилятор, а лампа здесь, соответственно, через К1.1, как у нас реле не включено, у нас она не проходит, и лампа, соответственно, у нас не загорается. Соответственно, так. Если здесь выключено, при включении, допустим, правой клавиши, допустим, туалет, у нас включается лампа, включает реле, соответственно, 220 вольт, нормально замк контакта включается, включается у нас вентилятор, а нормально замк контактный у нас размыкается, поскольку напряжение у нас здесь, соответственно, 220 вольт, она размыкает. А здесь, наоборот, замыкается. Вентилятор работает, а лампа это не включается. Если некоторые скажут, если две, соответственно, клавиши нажать выключателя, то у нас, соответственно, будет работать и светодиодные лампы загорятся, и, соответственно, будет работать вентилятор. В этом случае у нас опять же, с правой стороны у нас включится и будет вентилятор. А здесь неважно уже будет. В общем, вот, такая вот схема. Просто я снимаю просто некоторых людей. Это заинтересовало, видимо. Ну, что могу сказать. Вместо реле 220 вольт. Если кто на моем канале смотрел, я рекомендую маленький блок питания. Это 5-вольтовый с AliExpress. И к выходу его подключить 5-вольтовое реле. И контакты, соответственно, вот здесь вот общий ком, это провод нормально разомкнутый. И вот здесь еще припаять, припаять еще нормально замкнутый. В общем, общий ком, нормально разомкнутый, и нормально замкнутый. Тут я не припаял. В общем, если кто не хочет искать реле, городить вот такое, можете, соответственно, такую схему, просто обычный блок питания, 5-вольтовый, и к нему на якорь, то есть на обмотку, подать эти 5 вольт, которые включает. Просто как 220 у нас появляется, у нас, соответственно, реле у нас замыкается, и размыкает Все, одна группа достаточно. Кстати, провод нулевой, с одной стороны, можете не подсоединять. Смысла здесь, в принципе, не надо. Но от выключателя, конечно, надо будет. Ну, в общем, я прощаюсь. Всем всего доброго. Ждите нового видео. Пока.